5. Я была хорошей девочкой и, как все, мечтала стать космонавтом. А это я в школе. Класс у нас был очень дружным, и я быстро влилась в коллектив. А это была моя первая и неудачная попытка поступить в вуз. И следующий год я усиленно готовилась. И, наконец-то, я поступила. А это я. Я очень любил животных и мечтал стать зоологом. Класс у нас был очень хороший, а главное — дружный. Почти все отличники. На вступительные экзамены я шел вооруженный до зубов знаниями. И так как профессор Лопух, я поступил. Пригласи на дискотеку. Точно не забудем. Хорошая идея, давай. Привет. Ой. Ты тоже поступила? Слушай, а рванем с нами на дискотеку? Видел объявление? Да хватит тебе мяться. Короче, сегодня в 6 возле клуба. Договорились? Пока-пока. Ну ладно. Я очень сильно волновалась, ведь это была первая дискотека в моей жизни, и поэтому я к ней очень тщательно готовилась. В этот день я был самым счастливым человеком на Земле. Я узнал, что поступил в университет. Поздравляю! Кстати, сегодня дискотека для первокурсников. Ты идешь? Тогда встречаемся в 6 возле входа. И будь при параде. Там будет много симпатичных девчонок. Одновременно и самая лучшая, и самая отвратительная дискотека в моей жизни. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят. С утра горят румянцем. В руках тереть.
раскрываю крылья, плечи без тени сомнения. Тебя сегодня встречу, и ты меня заметишь, но под силою волнения превращаюсь в тень. И ты проходишь рядом, тебя я обнимаю взглядом, я будто коснулась, но ты меня не знаешь, о другом мечтаешь. Бесконечным будет завтра снова новый день. Немного не надо, коснуться только взглядом, до кончика ресниц твоих на несколько секунд. Тебя я заколдую, тебя ко всем верную, но может быть по взгляду прочтешь и отобьется твое сердце вдруг. Может, я невзрачна, мечты мои прозрачны, но я в них упрямо верю. Томится в моем теле, и пульсом бьет по вене безрассудное желание быть всегда твоей. В толпе тебя я вижу, себя вновь ненавижу, захлебнется ночь водой, все будто так и было. Любить тебя забыла, но будь проклят день, когда встретилась с тобой. Мне многого не надо, коснуться только взглядом, до кончика ресниц твоих на несколько секунд. Тебя я заколдую, тебя ко всем винную, но может ты по взгляду прочтешь и отобьется. Да она просто супер! Так отправь СМС! Ну вот, СМС пришло. Девчоночки, СМС пришло, так, читаю. Милая, красивая, понравилась? Да как ты можешь кому-нибудь понравиться? Посмотри на себя, у тебя одежда из бабушкиного сундучка. И мы взяли тебя с собой только чтобы посмеяться. Пойдемте, девчонки. Так больно мне еще никогда не было. Горечь и обида просто нахлынули на меня. И я решила уехать, куда глаза глядят. Так я очутилась в небольшом, никому неизвестном городе Инске. Очень долго я пыталась найти работу, но все попытки закончились неудачно. И однажды, после очередной неудачи, меня внезапно осенило. Какая же я глупая! Он же полюбил меня! Красавица, дай ручку погадаю. Какая же ты глупая, он же полюбил тебя. Ну не может я на обычный человек смотреть таким влюбленным взглядом. Ну мы не можем быть с ним вместе, он же из другого общества. Да ты посмотри. Пиковую даму. Нет, ты просто посмотри на себя. У тебя нет таких денег. А может, ты знаешь способ, как можно разбогатеть? Ой, способ я, конечно, знаю. Очень простой, денег тебе не составит совсем. Ты, главное, запомни. Люди добрые. Люди добрые, самое не местное, помогите, кто чем может. Запомнила? Запомнила.
Когда я узнал, что Олеся сбежала, я понял, что что-то тут неладное, и отправился ее искать. Я должен ее найти. Я должен ее найти. Ее могли обидеть только эти эгоистичные, самовлюбленные красавицы. Мы должны быть вместе. Ведь я видел, она полюбила меня. Я видел это в ее глазах. Милорд, на ручку погадаю. Да ты, парень, влюбился. Вы должны быть вместе. Вы должны быть вместе. Ее могли обидеть только эти эгоистичные красавицы. Ты должен ее найти. Должен. Она тебя полюбила. Разве ты не видел это в ее взгляде? Но как мне ее найти? Ох, способ очень простой. Как только где-то услышишь: люди добрые, сама я не местная, помогите, кто чем может, иди на зов. Очень долго длились мои попытки найти дорогого сердцу человека. Все время казалось, что мы ходим вокруг да около, что он где-то совсем рядом. Мне казалось, что я даже слышу его дыхание за своей спиной. Оглядываюсь, а там никого. Вымотавшись до крайности, бесконечными переездами из одного города в другой и потеряв всякую надежду найти ее, я решил поехать домой. И наши надежды не все, но стали реальностью. Да, это была самая лучшая осень в моей жизни. Осень наших надежд. А помнишь, как мы на дискотеке зажигали? Махнем стариной. Чудесное было время. В ту осень сбылась моя самая большая надежда. Я нашла свою любовь. Точнее, это мы нашли любовь. Молодец. А это... наша самая большая надежда. Пусть и для каждого из вас
в эту осень исполнится все желания.